привет, дорогие друзья, с вами я, Слесарп. Мы начинаем прохождение игры Murdered Soul Suspect. Я знаю, что игра достаточно старая, она 2014 года, но все равно она достаточно прикольная. Я помню, я в нее очень давно играл, особенно в сюжет не вникал. Поиграл немного и вышел сразу, потому что не понравилось. А сейчас я вот про нее вспомнил и решил начать. Давайте... Новую игру? Серийный убийца наводит ужас на жителей Тихого Салема. В последнее время на месте совершенных преступлений всегда обнаруживается рисунок. Поэтому полиция дала маньяку прозвище Звонарь. Из беседы с пресс-секретарем департамента полиции Салема мы что узнали, означает что изображение колокола показывает. Рисунок колокола, о значении которого полиции пока ничего не известно, стал своеобразной визитной карточкой маньяка. Очевидно, что между жертвами нет ничего. Так у вас нет зацепок? Ни одной? Если ты вырос на улице, то уверен, что очень крут. Тебе некого бояться и нечего терять. Но идешь брать какого-то урода, и вдруг понимаешь, ты не такой уж крутой. Что это за имя, Рон? Он спер мой кошелек! А что, ты стал взрослым? Папа, мне больно. Ты угнал мою тачку, и ты ответишь за это! Арестованы за нападение и избиение. Признан виновным по двум эпизодам угона. Виновен в ограблении, крупном хищении и вооруженном нападении. Самострельчик. Я свою сестру черти за кого не отдам. Ясно? Согласна. Еще как согласен. Нет. Нет, Джулия. Не уходи, слышишь меня? Джулия. Нет, не умирай. Не умирай. Вся семья плотная, клеймо ставить некуда. Чем же он, думаешь, стал чистеньким? Бандитская морда. Давай полегче, старик. Ладно, не дури. Не знал бы тебя, подумал бы, ты смерти ищешь. Повернулся. Ты арестован. Да! Какого хрена я жив? Стой, где стоишь, урод. Я сейчас тебя устрою. Ты имеешь право хранить молчание. Уж если выкидываешь копа из окна, то будь готов к тому, что он тебя вздрючит. Черт. Зараза, ручку заклинило намертво. Эй, аккуратнее лезь. Боже. Нет. Нет, 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 нет. Mm-hmm.
Я еще жив. Я все исправлю. Надо только вернуться в тело, тогда... Тогда, возможно, я очнусь. Так, ведь кто-то слышал звон стекла. Нет. Да ну же! Черт! Только сейчас нам дали полное управление игрой. Ронан. Хорошо, пойдемте тогда. Свет. Ронан. Не верю. Не верю, что я тебя нашла. Боже мой, Джулия, не думал, что когда-нибудь тебя увижу. Отлично выглядишь. Бывало лучше. Господи, как же я скучал. Я бы все отдала, чтобы быть с тобой. Снова быть вместе, но... Но что? Нет. О, нет, нет, только не это. Если ты не здесь, то где же? По ту сторону моста. Моста? Какого моста? Ты сейчас в тюрьме. Или на мосту, называй как хочешь. Так или иначе, это опасно. Понимаешь, ты должен перейти через мост. Перейти мост. Перейти? Туда, где ты? Не думай обо мне. Ты кое-что не завершил в своей жизни. У нас мало времени. Думай, что ты не успел закончить. Я не знаю. Так выясни это. Ну иди. Нет. Джулия, один раз я уже лишился тебя. Прошу, прошу, не покидай меня. Мы еще увидимся. Сейчас спасай себя. Нет, 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 Джулия! Не уходи, Джулия! Черт! Алло, тут около Ригал человек застреленный лежит, весь в крови. Пришлите скорую. Не дышит. Мой друг говорит, он не дышит. Пульса нет. Там повсюду битое стекло. Вот и кровь. Черт. Дело дрянь. Да, я не буду отключаться. Эй, парень, ты меня слышишь? Дамочка, пожалуйста. Черт. Эй, ты. Эй, слышишь? Вернись. Еще теплый.
Ты меня слышишь? Так, я немножко тут запутался. Сейчас. Господи, это коп! Так, ребят, я тут немного запутался, короче. В общем, дело в том, что я случайно нажал на кнопку F11. F11 — это кнопка, которая из полноэкранного окна делает... Точнее, из полного экрана делает оконный режим, вот. И получается, у меня вылетела игра. Да, в общем, полная дичь произошла там. Так, ну, пойдемте тогда нам сюда, да, я так понимаю. В принципе, на этом моменте мне что-то стало страшно, когда я впервые проходил, и я вышел. Не знаю почему. Ну, в принципе, да, мне страшно стало, поэтому я вышел из игры. Так, проходите. Оу, у меня джойстик вибрирует, когда я прохожу сквозь объекты. Ну-ка. Серьезно? Круто. Окей. Да уж, мне бы такую способность. Стой, девочки, стой. На какую кнопку бежать? А, это у нас вид от первого лица, серьезно? Да, серьезно. Уже не верю. Вау, только жалко, мы не можем ходить хоть дальше. Все, я спрятался. Да, нам. Сюда. Эй, ты чего убегала? Надоело. С новенькими столько возни. Ничего личного. Сквозь стены бегаешь, вещи откуда ты берешь? Ты здесь не первый день, и знаешь, как тут все устроено. Устроено? Здесь никаких особых сложностей нет. Разберись со своими дарами, повезет, спасешься. Так, это оружка у меня. Какие дары? Что ты хочешь знать? Что еще за дары? То, что ты хорошо умел делать при жизни. Теперь в этом твоя сила. Есть дары уникальные, есть обычные. Вселение, влияние на людей, умение воссоздавать любые призрачные объекты. Вау. И заставлять их исчезать. Пима, мы можем... Способность становится даром. Понимаем, мы сможем вселяться в людей, да? А дверь ударился, а через все другое прохожу. Почему? Странно, я думал, везде смогу ходить. Мы не можем войти в дома, которые жители Салема осветили. Только во что-то открытое. В дверь, например, или в окно. А в самом здании ни стены, ни двери для нас не преграда. Но проходить через светящиеся призрачные объекты мы не можем и там. В свое время ты сам все поймешь. Так. Как я могу сделать? Как я мог здесь застрять? Мне казалось, у тебя болево. Да, а ты кто? Похоже, ты здесь не первый день. Я? Я такая же, как ты. Но поверь мне, это совсем не игра. Можешь лишиться будущего по своей вине или по воле другого. Так, как я могу остаться без будущего, дайте? Я... Прости, но я что-то не совсем тебя понимаю. Как я могу остаться без будущего? Ты должен что-то завершить. Не сделаешь этого, не сможешь уйти. Не бойся, таких тут много. Много? Рехнуться можно. Кто это? Кто эти другие? Ну-ка. А кто это может лишить меня будущего? Демоны. Те, кто утратил человеческое обличье. Смысл их существования — поглотить тех, кто сюда попадает. Таких, как мы. Ясно. Так, все. Значит, надо выяснить, кто меня убил, и остановить его. Только тогда я отсюда выберусь. Ну, удачи тебе. Постой, постой, я еще хочу кое-что узнать.
чё за хрень? Будь осторожен. Никогда не знаешь, что тебя ждёт. Это чё? Ладно, увидимся. Ничего себе, это чё? Это что такое-то? Ну-ка, нет, я туда не пойду, спасибо, не надо. Так, что у нас там было? Здесь собраны все улики по телу, чаще обращайтесь к этой информации, чтобы не упустить что-либо важное в расследовании. Такой шрифт немножко непонятный. Так, это вернуться на место, где тебя убили. Ну, пошли тебе. Так, я... А, вот. Бег плюс ЛТ. Вот так вот. Так вот, значит, у нас бег происходит. Жалко, нельзя просто... А, окей, город. Салем. Так, небольшие пролаги какие-то у меня тут. Видеть свой собственный труп, лежащий на улице. Как глядеться в зеркало, смотреть не хочешь, отвернуться не можешь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, где ты сам, а где твое отражение. Окей. Так вот сигарета появилась во рту. Да ты красавец, Бакстер. Залапай все улики. Подмогу? Подмогу не надо. Зря ты прикидывался одним из нас. Да, какой же ты был тупорылый. Сэр? Эй, Бакстер, эй! Эй! Ну-ка давай, свидетелей опроси. Ну? Ага, это я тупой. Это не ваш участок, лейтенант. Пожалуйста, не мешайте нам работать. Да, участок не мой, а дело мое. Завтра оно будет моим. И послезавтра. Пока не схватим его. Запомните это, сержант. Я лишь выполняю приказ капитана. Вы знаете, родственникам нельзя... Ладно, ладно. Родственникам? Можете не торопиться. Это брат или кто, я не знаю. Сколько раз я желал тебе смерти, Лавкач. Кто это такое? Для него. У меня есть одна просьба. Скажи Джулии, я скучаю. Она знает, Рекс. Знает. Я должен найти моего убийцу по свежим следам. Выйти на след убийцы. Мне нужно исследовать здесь все, что только можно. И постараться узнать что-то новое. Пробую заглянуть в блокнот Стюарта. Что там им известно? Так вы видели мужчину в капюшоне? Да. Видела. Он убил того человека. Кавычки. Вот бы узнать, о чем они говорят. Надо выяснить. Может, они уже что-то раскопали, а я не знаю. Ну, может, мастерские преступления. При проведении расследования вы должны искать улики, осматривать подозрительные предметы и взаимодействовать с людьми при помощи вселения. Ух, это вселение. Так, изменение вида. Ну, это понятно. Надо бы изучить эти улики. Так, изучить. Это слишком. Ну, да, в принципе. На смерть. Меня избили, выбросили из окна и застрелили. Кем был убийца? Как точно?
кем бы ни был убийца, он точно ожидал моей смерти. Блин, тут такой шрифт непонятный, если честно. Так. Что? Мой запасной ствол. Запасной ствол. Не помог он мне. Так. Последний сигарет. Последний сигарет, отлично. Наконец-то я бросил. Типа... А, типа того. Блин, я говорю уже, непонятный шрифт. Так, РТ вселиться. Блин. Джойстик вибрирует, я испугался даже. Так, что не мысли. Какое странное дело. Столько полиции, а результатов ноль. Естественно, если ты стоишь, ни хера не делаешь. Похоже, парни делают все, что в их силах. Какое странное дело. А. Столько полиции, а результатов ноль. Можешь посмотреть, отвернуться. Так, можно это понимать все во всех вселяться, да? Ну-ка. Господи, Ронан. Даже посмотреть туда не могу. Просто успокойся. С людьми надо разговаривать спокойно. Господи, Ронан. Так, я даже понимаю, посмотреть туда не могу. Я так понимаю, тут у всех только по два вида мысли, да. Как это мы должны не волноваться, если они даже своих не могут защитить? Здесь никто ни за что не отвечает. Окей. Так, вот этот чувак хочу. Ну, не могу поверить, что прямо там лежит труп. Ну, я так понимаю, чтение мысли это просто так. Хорошо, что я не коп. Просто для... Как она... Просто для... сведения, ну, просто вот, просто так, все. И чего копы такие молчуны? Ведь гласность им только на пользу. Он что-то там, типа, говорит, типа... Конечно, это... Вести репортаж. Но... Разговаривать в микрофон с закрытым ртом, это как-то, мне кажется, слишком. Ладно. Почему мне достаются все эти мелкие дела? Скорее бы меня перевели в Бостон. Серьезно, она ведет репортаж, разговаривает в микрофон с закрытым ртом. Ладно. Потрясающе, она как работающий электроверик. Кто? Я бы так никогда не смог. Чего? Какой электровеник? Чё, дурак, что ли? Так. Посмотреть. Ну-ка. Ой, случайно выселился. Я на эту кнопку нажал. При вселении в людей вы смотрите на их мир и глазами, получаете дополнительную информацию, позволяющую продвинуть расследование. Так, Рексу... Что? Лейтенант... Следует... А, лейтенанта следует извещать о предварительном заключении судмедэкспертов. Господи, даже когда они не принимают участие в расследовании. Важно. Так, хорошо, это мы... Так это не все еще, вот это еще. Пропавшие жильцы, наверное, пропавшие... Да, пропавшие жильцы, наверное, они жили в квартире, из которой меня выбросил убийца. Стой. Значит, другого оружия на месте преступления не нашли. Он застрелил меня в пистолет, потому что сам оружие носил. То есть тут надо выбирать, я все подряд тыкаю. Я все подряд тыкаю, надо-то выбирать. А я не знал. Я же не знал, мне надо так. Что-то не смотрелось. Осколки. Сбитое стекло. Осколки оконного стекла, через которое меня выбросили. Окей. Идем дальше. Гильзы. Ой. Стрельная. Так, убийца выстрелил меня несколько раз. Нагло.
у всех на глазах. Ты... В смысле нагло, тут никого не было. Но если только кто в окно смотрел. О, она тут проснулась. Так, что сказать? Ну почему со мной такое происходит? Нужно каким-то образом ее успокоить. Тогда она точно все вспомнит. Так. Будь терпелив с ней. Она взволнована. Понятное дело, не привыкла к подобным зрелищам. Так, влияние. Что это такое? На смерть. Нет. А, по-моему. Вот. Блин, неправильно. Моя смерть. Ой, вы уже... Правильно? Значит, неправильно. Вестили родных? Простите? Не могу поверить, что на меня такое свалилось. Послушайте. Ну и ночка, а, Робинсон? Да. Охренеть. Ронан, не верится. Что-то как-то мне не верится, пойму, что ты вообще здесь делал? Что ты нарывался. Говоришь? Был звонок, кто-то видел, как в этот дом вошел звонарь. Ронан помчался туда, не дожидаясь подмоги. А дальше звонарь решил проверить, нет ли у Ронана крылышек за спиной. Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Семь пуль прямо в грудь, правда... в упор. Ты все никак не уймешься, Бакстер. Ты его татухи видал, все это дерьмо тюремное. Не был он никаким копом. Да, живешь как вор, сдохнешь как вор. Он был одним из нас, кретин. Окей. Я прямо так как свидетель сообщил, что видел звонаря. Вот, наверное, вот это правильно. Чё тут? Влияние. Вот. Ваша способность влиять на человека зависит от количества лик. Да, все правильно. Давайте вот так. Влиять и вот это вот. Да, правильно. Да, видела. Мужчина в капюшоне. На улице. Он смотрел на окно квартиры на четвертом этаже. Вывод. Опять откуда-то сигарет появилась? Убийца пришел сюда не просто так. Видимо, что он искал? Одна из наших способностей – это появление сигареты во рту специально. В квартире наверняка остались улики. Вот она, моя дверь, и она закрыта. Шикарно. А вот это вовремя. Надо пройти следом за Стюартом. Чего выполнено? Нет, там хлеб. Полицейские еще не вышли на следного убийцы. Нужно осмотреть квартиру на последнем этаже. Хорошо. Так, что это? С ней можно залезть? Минутку. Мне... Мне что, теперь каждый раз надо ждать, пока кто-то откроет дверь? Ну да. Они тут половину здания осветили. И попасть в них не так-то просто. Но когда ты уже внутри, все, никаких проблем. Выходить будешь также в открытые двери, в окна. Куда угодно, без проблем. И много здесь таких зданий? Здесь-то? Да других и нет. Не волнуйся, ты привыкнешь. Окей. Ага. Ага. Наверное, одна из наших способностей – это резкое появление и исчезание сигареты во рту. Потому что только что сигарета была, вот теперь ее нет. Круто. Хорошо, пошлите. Да, перейти. Я думаю, сейчас перейдем и закончим, потому что уже и так долго идет серия. Вот я вот про что я только что говорил. Сержант, вернитесь на место преступления. Вас понял. Это чё это так? Мне ж страшно стало. Это кто, одноклассник мой? Ладно. А, это ты? Не послышалось. Ты дурак что ли? Чё меня так пугаешь-то? Я только что такую хрень видел, тут ты из стены вылазишь. Дебил, а. Так, я думаю, на этом можно закончить. В общем, если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Хотите, если хотите продолжение, то опять же ставьте лайки, пишите об этом. И я буду продолжать играть.
Всем пока. Это был Murdered Soul Suspect. И да, ребят, я хотел бы попросить у вас лайки. Пожалуйста, поставьте лайки. Я хочу лайки. Слушай, не слишком ли много ты хочешь? Ну вот, в общем, почему я прошу лайки? А дело в том, что это видео я монтировал очень долго, потому что некоторые моменты были сильно зафрижены, то есть было много фризов и лайков, и мне пришлось вырывать кусочки из других видео летсплеев, так что если вы хотите, то найдите эти кусочки, а сам видео летсплей, из которого я вырезал все нужные мне моменты, я оставлю в описании под видео. Вот, поэтому, пожалуйста, за такой труд поставьте мне лайк, умоляю вас. Я старался. Я в следующем видео попытаюсь исправить это. В общем, все, да.